О боже, это просто невероятно. Я не могу поверить своим глазам. Это самый большой взрыв в истории Майнкрафт. Какое прекрасное утро. Стив, мне нужно ненадолго отойти. Пока что закройся за мной и садись делать уроки. Когда я приду, я проверю твое домашнее задание. И не забудь прибраться в своей комнате. Да, мам, хорошо, хорошо, без проблем. Я все сделаю, обещаю, обещаю. Ну вот и хорошо. Не вздумай снова покупать фейерверки, когда я уйду. А то будет... Хорошо, все, не переживай. Пока, мам. На завтра задали столько уроков. Целый выходной проводить за учебниками. Нет, пожалуй, это не по мне. Так, для начала нужно подрубить компьютер. Посмотреть, что там у нас новенького на ютубе. Так. О, скрипер выпустил новое видео. Ничего себе, сколько здесь лайков. Нужно скорее лайкнуть этот ролик, чтобы новые видео вышли быстрее. Ух ты, что это за сайт такой? Hotgames.info. Здесь можно искать самые дешевые игры в интернете? Блин, вообще топовая вещь. Так, мне надоело играть на пиратке. Хочу себе лицензию Minecraft. Так, Minecraft. Ого, здесь можно еще и промокодом пользоваться. Вообще крутой сайт, всем советую. Ссылку на него оставлю в описании. Так, что-то я отвлекся. Компьютер мне надоел, надо немножечко отдохнуть. Сходить прогуляться. О, точно, я знаю, чем я сегодня займусь. Нужно сходить в магазин и купить себе немножечко фейерверков. О, у меня еще есть идея покруче. Я все это буду записывать на камеру, выложу в YouTube и соберу миллионы просмотров. Но вот только одна проблема. Мама запретила мне взрывать фейерверки. А, да пофиг. Так, кажется, мне сюда. Ой, здравствуйте. Привет, что ты хотел, мальчик? О, я хочу себе много фейерверков ТНТ, чтобы их можно было взрывать. О, прикольненько, а можно себе их взять? Эти фейерверки я смогу тебе продать только за 1000 лайков. 1000 лайков? Ты серьезно? Ну блин, у меня столько нет. Ребята, мне потребуется ваша помощь. Я не смогу купить себе фейерверки, если я не дам этому жителю 1000 лайков. Давайте поскорее под этим роликом 1000 пальцев вверх соберем, я буду очень вам сильно благодарен. И тогда еще и новую серию выпущу. Житель, мои подписчики наставили целую гору лайков. Теперь я смогу забрать свои ТНТшки. Так, посмотрим, что тут у тебя есть. Ого, вот это да! Столько различных видов динамита! Я даже не знал, что такие в Майнкрафте есть. Наверное, их добавляет какой-то мод. Ничего себе, хаос ТНТ! Интересно, на что он способен? Ой, большое вам, конечно, спасибо, но не найдется ли у вас еще каких-нибудь фейерверков? Хорошо, дружок. Сзади тебя находится сундук, в котором может быть что-то интересное. Ни хрена себе! Это же ядерный ТНТ! Блин, вообще круто, все мои друзья обзавидуются, большое вам спасибо! Сынок, только будь осторожен с этими штуками, не взрывай их рядом с животными, с людьми. Ай да пофигу, теперь у меня есть целая куча различных динамитов из Майнкрафта. Теперь у меня есть дела поважнее, чем какие-то там уроки. Мне нужно срочно взорвать все эти динамиты и собрать миллионы просмотров на Ютьюбе. Первый динамит очень похож на обычный, но все-таки какой-то он немножко другой. А, надо валить отсюда! О, черт, этот динамит размножился! Как такое может быть? Воу-воу-воу, вот это круто! О-хо-хо, я не ожидал, что этот динамит способен на такое прямо в центре города. Так, какой-то очень странный синий динамит. Кто знает, что от него вообще можно ожидать? Вау, вот это было реально очень красиво. Динамит Армагеддон? И вы действительно хотите сказать то, что он сможет вызвать метеоритный дождь? О, черт, что происходит? Нет, самое главное не попасть под обстрел. Черт, где укрыться? Когда это закончится? Нет. Божечки, как это стрёмно. Что наделал всего лишь навсего... Один динамит. О, господи. Нет, никаких больше с ним экспериментов. Сферический ТНТ. Нет, ну это уже не так стрёмно. Интересно, что же сейчас будет? Вау!
Ха, как я и предполагал. Взрыв в виде шара в кубическом Майнкрафте. Очень странно. Так-так, огненный ТНТ. Вот это уже покруче. Чувствую, сейчас будет жарко. Вау! Блин, очень классная тема. Только вот, как мне теперь это все потушить? Так, а что если мне использовать водный ТНТ? Да, как бы это странно не звучало. Теперь у нас есть бассейн посреди города в Майнкрафте. Этой зимой было очень мало снега. Я думаю, что этот динамит сможет исправить эту ситуацию. Классно, теперь можно играть в снежки. ТНТ, дом? В смысле ТНТ дом? Как такое вообще возможно в Майнкрафте? Что он может сделать? Прямо посреди дороги вырос полноценный ТНТ дом. Где такое вообще возможно, кроме как в реалистичном Майнкрафте? Так, ну а теперь настало время для серьезных взрывов. Предвижу, что сейчас будет что-то очень крутое. Вау, буквально один взрыв и от целого квартала ничего не осталось. Зеленый ТНТ. Он, по идее, должен быть в 10 раз мощнее обычного. Что ж, посмотрим, как это на самом деле. Неплохо. Неплохой взрыв. Варонгон оставил действительно очень глубокую. А вот этот динамит вообще очень легко спутать с обыкновенным. Но, по идее, он будет в 50 раз мощнее. Офигеть! Ничего себе, какой взрыв! Просто огромнейшая воронка! Так, а вот это, по идее, тоже очень топовая вещь. Она должна быть в 100 раз! В 100 раз мощнее обыкновенного динамита! Вау! У меня просто нет слов. Это такая большая дырень! Да это самый большой кратер от взрыва в Майнкрафте! Ядерный ТНТ. Интересно, каким последствиям он вообще может здесь привести? Ух ты! Я ожидал чего-то покруче, но, блин, теперь вся карта залита какой-то странной зеленой радиоактивной жидкостью. А нет, лучше всего отсюда убраться и не наступать в эту жижу. Все равно, какая бы мерзкая она ни была, взрыв получился очень эпичный. Ну что же, настало время для финальной части нашего видеоролика. Я намереваюсь построить дом, цельный дом из разных видов динамита. Мне очень интересно посмотреть, что будет, когда он взорвется. Ребята, я думаю, что вам тоже очень интересно. Поэтому просьба, поддержите этот ролик лайком и подпиской на мой канал. Я очень надеюсь, что у меня не залагает и не вылетит Майнкрафт, и все пройдет очень-очень круто. Просто идеально, идеальный дом. Осталось добавить дверь и можно взрывать. Ой-ой-ой-ой, здесь небезопасно находиться, нужно быстрее отсюда бежать! Боже, это просто невероятно. Я беру свои слова назад про прошлый взрыв, ведь этот взрыв самый большой! Самый большой в мире Майнкрафт! Господи, я так крут, я соберу просто миллионы просмотров с таким материалом. Я заполучу целую кучу денег, все мне будут зави... Оу-оу-оу-оу, нет-нет-нет-нет-нет! Черт, как я мог сюда упасть? А, нет, помогите, спасите меня!